Ну, все меняется, все, не знаю, улучшается, все растет. Мне все нравится. Мне нравится, как меняется Ялта. Ялта – жемчужина. Мне нравится все на этом пляже. Все. Мне нравится галька – галька, песок – песок, камушки – камушки, с пирса прыгнуть. Мы прыгали здесь вместе с группой «Джукбокс Трио». У меня с Ялтой связаны самые теплые, самые светлые воспоминания именно с «Ялта Интурист». Мне здесь комфортно, значит, я буду ездить сюда. Ты знаешь, уже давно российские туристы не говорят, а стоит ли ехать в Крым. Они едут в Крым. Я желаю вам также не ошибаться и ехать в Ялту Интурист. Это был Доминик Джокер специально для Ялта Интурист.